Санкт-Петербург остается. Он остается собственником этого объекта. Исходя из этих прав и ответственности, мы обязаны объект казны содержать в надлежащем состоянии. Те государственные или обязательные религиозные объединения отделены от государства. Светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственного суверенитета. И единственным источником власти в Российской Федерации является государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Во-первых, потому что собор построен на государственные средства. Собор никогда не передавался церкви. Собор всегда был государственным, и собор, на мой взгляд, должен оставаться в нынешнем статусе. То есть там должен быть музей, при этом там ведутся богослужения, пусть они ведутся и дальше, никаких проблем с этим не возникает. Церковники открыто заявляют, что они хотят, чтобы все расходы по содержанию уникального памятника архитектуры федерального значения нес город. Они будут безвозмездно и бессрочно пользоваться. То есть расходы будут государственные, а доходы будут церковные, причем еще не облагаемые налогом, поскольку они называют их пожертвованиями. Я согласен платить свои налоги на музей государственный, но совершенно не согласен платить их на храм. А с какой стати? В стране у нас живут не только верующие, да и верующие из разных конфессий. Почему они должны оплачивать содержание собора, что будет передан Русской Православной Церкви?